Здрасте, господа! Вот и наступило время поговорить о том, что разработчики наконец возвращаются в наше медиапространство. Поговорим о довольно избитом ивенте. В общем, расскажем кратко о том, что ждать нам на этой неделе. Итак, сегодня у нас было обновление Галактопедии. Очень много информации обновлено по некоторым компаниям и кораблям, а также истории первого контакта вандулов с людьми. В среду нас ждет долгожданный апдейт дорожной карты. С одной стороны, я должен быть рад, что наконец увижу обновление. С другой стороны, уже который раз ЦИК очень жестко проходились по нашим ожиданиям относительно контента в больших обновлениях. Что стоит ждать? Наверное, ЦИК все-таки провели совещание и определили цели и задачи на первое-второе полугодие. Так что, скорее всего, этот апдейт будет посвящен ближайшему патчу Альфа 3.17. Конечно, все изменения в дорожной карте я буду озвучивать на этом канале, а в комментариях мы еще раз пройдемся по тому или иному поводу, благо он всегда найдется. Четверг будет посвящен первому в этом году инсайду от разработчиков. На этой неделе нам покажут, что такого многочисленного даст нам Альфа 3.16.1, а также состоится небольшой спринт-репорт относительно того, над чем трудятся разработчики. Пожалуй, спринт — одна из самых полезных вещей, которые ЦИК имеет в своем арсенале, при всем том, что теперь каждый раз этот самый репорт посвящен тем элементам, которые ожидаются в ближайшем апдейте. Что вы ждете от спринт-репорта, пишите в комментариях. Пятница застанет нас лайвом с участием геймдизайнера, который с нуля создаст концепт разбитого корабля. В общем и целом, не слишком информативно, поэтому, скорее всего, даже я не буду это вносить в первый информационный этого года, но обязательно посмотрю, мало ли что-то будет полезное. Увы, к сожалению, последние полгода минимум лайв стал неким проходным моментом, где разработчики занимаются абсолютно не тем, чем бы мне хотелось, и за редким исключением к Джареду в гости приходят команды или отдельные разработчики, ответственные за по-настоящему важные вещи. Не то что вот все это. Из небольших дополнений — это еженедельный дайджест, а также журнал Jump Point, который расскажет о разработке Альфа 3.16. Наверное, это будет самый короткий журнал за всю историю ЦИК. Ну и, конечно же, на этой неделе игроки получат 3.16.1 на лайв вместе со знаменитыми заброшенными кораблями, которые, по факту, 12 вариаций разбитого катерпиллера на 9 космических объектах в Стентоне. Лазерные мины, которые я так и не увидел ни разу за все свое время пребывания на ПТУ, новый ховербайк, обзор которого я делал на прошлой неделе. И такой заезженный до дыр, но тем не менее очень хороший стресс-тест ивент «Ксеноугроза», где в очередной раз мы будем собирать коробки, возить и бить пиратов. Хочется верить, что тестирование ведется не только с самого ивента, но и перехода на обновленный дата-код, который не так давно анонсировали ЦИК. Вот такая петрушка выходит. Кстати, да, для участников корпорации на этой неделе мы также проведем пехотный ивент, так что следите за новостями. А у меня на этом все. Если видео было полезным, с вас лайк и подписка для поддержки этого канала, ну и актуальные ссылки в описании под роликом. До скорого!